Всем привет, Фанал Сайт. И сегодня я захотел поиграть, поностальгировать, я бы даже сказал, по лифтам в Роблоксе. Помните, те времена, когда они были очень популярны, ну, и, конечно, лифты, как до сих пор там смотрели, я думаю, это можно еще считать в такие, ведь в него играют сейчас 2000 человек. И еще, я думаю, если под этим роликом соберется много лайков, поиграем в кнопку. И вот тоже старые режимы в Роблоксе, которые вы знаете. Думаю, которые тоже некоторые стали нормально. Извините, я пытался не обращать внимания, но что это за адские звуки? Что происходит там? Где? Что где происходит? Нормально, все, теперь ура. Так. А здесь такие прибамбасы есть. Так, следующий этаж через мой этаж всего один. И где первый же наш, когда сгодишь, где кто-то кричал. И вот, я думаю, у нас лифт уже остановился. Так, и где мы теперь? Вот туалет. Я, мне кажется, девочка знает, что делает. Это все полный трэш. Так, ура, смогли. Ура, снова нормальная музычка. Раз, решен петь музыку из Дорс, ничего такого. Паровозик мчался и за нами. Я думаю, он просто наш лифт протарал. Паровозику можно, мне кажется. Да? Просто обожаю вот эту музыку в нашем лифте. Пум-пум. Ладно, не-не-не, когда только что давно слышал. Так. Что это, ребят? Извините, если было плохо слышно. Сейчас постараюсь погромче говорить для вас. Но очень громко прям не смогу. Понятно? И поэтому надеюсь, что вы меня будете слышать. Так, они флексят. Здесь ребята нормально, они так флексят. Мне нравится. Ставлю 5 из 10. Можно было и лучше, конечно. Давайте. Почему пацан может, а мы не можем? Ничего. Так. О, нет. Теперь он вечно нам будет говорить, подай мне хот-дог. Нет. За что? У кого его хот-дог? Стоп, это реально. У одной девочки есть его хот-дог. Так. Сейчас будет следующий этаж. Я схожу на первый этаж. Вот тебе. Этажи всякие. Девочка разбудилась. И идем по правой стороне. Идемте. Стоп. А что внутри? Цветочка. Бар. А там какие-то ящики, ну и сам для родителей. Да. Ничего прям такого интересного я уже не вижу. Так, снова этот пацан будет нам твердить про хот-дог. О, слышите, колокольчики звенят. Give me the hot dog! Пум-п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 ум
Перри. Hey, give me the hot dog. Что это? Hey, give me the hot dog. Так. О, бак. Я не могу туда провалиться. Я левитирую в воздухе. Не могу тут провалиться. Бак. Give me the hot dog. Или фича. Бак или фича. Не понимаю. Дай мне хот-дог. Hey, give me the hot dog. Ну, теперь он гоняется. Ну, теперь пацан, который, ну, девочка, который кубок, типа, она маленькая, он берет много кубок. Даже если он этот пацан заберет, он не купится, кубок маленький. Все же, как будет так. Ребят, извините, если весь ролик меня не слышно или плохо слышно. Здесь очень громкая музыка. Если не слышу, ну, факап мелкий будет такой. Но я надеюсь, что хоть бы там что-то у меня слышно иногда, как сейчас. Поэтому, ребят, hey, give me the hot dog! Так. А кстати, первая окошко разбита, там чилились. Так. Ну, прям правду говорю, громче говорить прям не могу, и поэтому очень плохо слышно. Бывает, здесь прям очень громкая музыка. Так, что у нас дальше? Дальше. Кстати, сегодня проведем стрим, наверное, ребят. Стрим, не знаю, может, будет по Майнкрафту, может, по Роблоксу. Хочу устроить стрим по Майнкрафту. Первый нормальный стрим по Майнкрафту. И нормально все настроить. Меня ни на одном стриме слышно нормально. И поэтому хочу попробовать все нормально настроить. Так. Вот мужик какой-то смотрит обновление в лифте. Так. Это то есть нам показывают, что много будем играть в эту игру. Ну, спасибо, что предупредили нас. Спасибо. Так, что у нас дальше? Он теперь всегда будет орать про хот-доги. Это печаль. Сейчас так скоро все сойдем с ума. Прям сойдем с ума. И поэтому давайте сейчас... Что у нас? Давайте выходить. Майнкрафт! Добывать. Хочу алмаз, давай. Стоп, у меня железная кирка, надеюсь. А, да. Стоп, нет, блин. У меня не было железной кирки. Так. Здесь ничего. Что-то здесь есть. Здесь громкая музыка, ребят. Ребят, пока тихая музыка, давайте уже прощаться. С вами был Алсайд. Всем пока. До скорых встреч.